рассказывай. Там еще несколько человек, и я уже забыл, что там у вас происходит. Одышка проявилась. Просто не дыхание. Болит вот шея, плечи. Как вот иду, такое ощущение, от боли дает в эту руку. Опять же, в шею, в плечи, в поясницу. Просто не так? Да. Сны снятся? Нет, очень, вы знаете, очень редко. Редко. Вообще редко. Давление, значит, повышенное, наверное. Да как-то давление, я не знаю, особо так и не меряла. Просто недавно вроде ли сколько, 100? Через 120 на 80 или сколько? 120 на 80, у вас у женщин должно 100 на 60 быть. 120 на 80 это уже много. Хотя в больнице скажут, но если сны не снятся, значит, давно не снятся сны? Да давно. Ну, значит, давление, наверное, давно повышено. Ну ладно, шо, а проблемы со сном есть? Ну, ночью просыпаюсь несколько раз. Ну, проблема это такое, что проснулся, не спишь, или там лег спать, не заснешь. Ну, такое, вот это проблема. А то, что вы ночью просыпаетесь, туалет вот такое, и ложитесь засыпаете, да? Ну, в основном, да. Хорошо. Пальцы синеют, кончики пальцев, когда холодно, руки мерзнут. А знаете почему? Потому что мозгу не хватает питания. Він блокирует капилляры в руках и в ногах. Потому что конечности не важны. Важно, чтобы сердцу, легким и мозгу хватило кислорода. Пару раз было, вместе ходили. Мои руки вот так держат. Я сейчас упаду, голова кружится. Да. Так вот у вас частое головокружение, наверное, да? Или не частое? Ну, уже как-то прошло. Раньше такое было, такое ощущение, вот упаду сейчас. Как-то так, ну, сразу тошнило. Ну, было, только качало. Сейчас нету, да? Нету. И не подташнивает ничего? Ну, так особо не, я бы не сказала. Хорошо. Особо, ну, особо, не должно ж подташнивать, правильно? Ну, да. Хорошо. Снимайте кофту. И будем сейчас разбираться. На третий этаж тяжело мне очень подняться. Очень. Вот боль в ногах. И как забиваются ноги, да? Ну да. И ваша поясница тоже ж болит? Болит. Так она говорит, что болит шея, болит спина, болит поясница, болит все. И руки, и ноги болят. Все болит. Все болит. Да я думаю, ничего не могу сделать. Да. И мелкомоторика нарушена. Как понять? Ну мелкомоторика, як иголочкой там, чи ручкой писать, воно таке быстро не зробиш, воно таке ж. Нема, значить нормально, якщо ви не знаєте, що це таке. Становіться отак по лінії лицом туди. І станьте руки по лінії, стали пальчиками. Ось, смотрите, куча лінії. Яка вам подобається лінія? Вибирайте пальчиками. Да. І ручки повісили. Так? Ну, повісили це отак, висять просто. І на мене не смотримо, а смотримо, хто впереді. Так от. Зазори, може, тут два. А болтається, тут два не пролазить. І ще мало того, що рука отак чуть-чуть. Видно? От ця рука. Да. Отак. Тобто закручена. Де-то діафрагма потягнута. Тому і рука отак. Винтом чуть-чуть. Садімося. Як зовут? Іона. Іона? Іона. Іона. Садітесь, Іона. От мене Іони ще не було. Да, Іони були. Іони не було. Ні одного. У нас травні імена. Францу теж одного було, ось таким іменом не було. Лівон був, а Івон не був. Зараз посмотрим, яке у вас давлення. Я думаю, що воно, мабуть, більше, ніж 120. Може 120, зараз глянемо. Пульс должен быть 60-70. Если пульс повышенный, это все равно, что давление повышено. .144-76-103 пульс. Обрушились тут 10 метров, чи 20.
я у вас 103 пульс. И давление 145. Уже будет. Ну ладно, хорошо, что не 245. Всего 145. Вот и зажата правая сторона больше. Так, сейчас шкала боли от 0 до 10. Я нажимаю, а вы говорите, какая боль. Ну понятно, как наполовину болит 5. Я там чуть-чуть, 1-2. А если сильнее, там 7, 8, 9, 10. Самое большое будет. Если вы были голову буду сдавать, тоже говорю. Понятно? Угу. Хорошо, поехали. Что там? Ноль? Ноль. Так. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну вот тут. Ну, чуть-чуть. Ну да, вот вы по цифрам сказали. Чуть-чуть. Хорошо. Так. На половину ходить. Так. Больно. Так. Немножко. Так. Немножко. А вот так. Больно. Ага, это сильнее, да? Больно тоже. Правая сторона. Правая трапеция жестче. А ком в горле есть? Ну, так я глотнуть не могу, я вот так все время да. Ну, все из-за этого. И он, есть такой ком, что не дает людям жить. И вырезает щитовидки, хеликобактер лечит. Видите, так дальше рука не поднимается. Вот так вот поднимается. А вот так все. Тому що отут і отут. Все укорочено. Воно тут що у нас. Ага. Больно. А от так що? Є боль. У мене та рука піднімається. І це все. Чуть-чуть вище голови. Так. Так. Піднімається і то сюди не йде. Рука, рука. Пускай. Я погнала, вона поворачується. Ще нічого. У вас ще хорошо голова поворачується. Некоторі вона тільки отак поворачується. У вас ще й поворачується. Що упражнення якісь робити? Та ні. Ні? Не вистачає дихання на упражнення. Понятно. Так, а отак що? Больно? Ага. А тут? Больно. Так. Не так. Не ага. Так у вас буває і наскось прошиває, так? Наверно. Сильно больно было. Все, сейчас еще дальше боль просходится.